Салем, достар! Бул Каштанов, Минын Каштанов реакшн, Арнама Кош, Кельдиниздер. Сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Японец попробовал казахскую еду». Бишбармак, кумыс, баурсак. Ну что ж, судя по названию, видео обещает быть очень интересным, поэтому незамедлительно приступаем к просмотру. Понял, да? Что надо жене дарить цветы. Надо. Понял, да? She got pissed at me because I didn't buy flowers. Это что, в Японии цветы не дарят? Сегодня мы идем к бабушке в гости. Борщину не искал. Да. Нормально пахнет борщом. Ребят, кстати, проверьте, пожалуйста, все свои подписки, потому что YouTube иногда отписывает людей. Вот прямо сейчас чекните. А кто, ребят, еще не подписался, подписываемся, прожимаем лайк. И давайте договоримся. Сейчас посмотрим сюжет, послушаем меня с моей реакцией, что я тут и как скажу. И уже потом обязательно напишем ваше мнение в комментариях. Это очень важно. Так что подписка, лайк и комментарий всегда приветствуются. Кстати, да, кого интересуют реакции на фильмы и сериалы, можно подписаться на мой Boosty, ссылка в описании. Казахские сериалы все посмотрел, фильмы топовые казахские все посмотрел. Сейчас смотрим мировую классику, как из мира большого метра, так же из мира сериалов. Кстати, там можно заказать любое видео на реакцию. Все это на Boosty, ссылка в описании. Так, ладно, все, больше не смею отвлекать. Продолжаем смотреть. Ох, как так? Это мы! Борщ? В смысле, а он что, вегетарианец, что ли, был? О, цветочки. Традиция. Рахмет. Вот тетю. Это ты принес или дедушка отправил? Это тебе. Это мне. Тоша. Да, Тоша. Чижа надо на любой. Тапочки. Цейко. Моя жена. Моя жена. Your wife. Yeah, my wife. А что там моя жена? Твоя жена, твоя жена. Моя жена. Моя жена. 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 Да. Да? Жена. Не узнал? Это Мадина маленькая такая. Вот вообще, какого? Нет сюда терую. Температура в тот день была, я помню. Я так не хотела фоткаться. В четвертом классе. Не милаш. I told you I was ugly when I was small. Гадко на санкам. Сугой киринам тады шо? Обачану оказа. Прямолинейный японец попался. Втари тому, хаку сайта кини мита кута. Мазде? Икемен, тэко мега, мега хонто грин да. Как он там видит, на черно-белой фотографии видит зеленые глаза. Митча кинин джан. Чё-то Native American. So, because she's Tatar. Татарстан. Мажде бус. Не красиво. Не красиво. Купнай. Малина танкурай. Танкурай. Огурец. Огурец. Хамбургер. Котлеты. Котлеты. Гамбургер. Петрушка. Петрушка. А, петрушка. Петрушка, петрушка, укроп. Пердушка, петрушка. Петрушка. Это что? Казахстан, вайн. Кумыс. Ехал. Умано, не это, гю. Это я, мамилюк. Воду налили. Так, тоже пробует кумыс. Очень вкусно, не бойся. Надо. Да, потом уже лучше, он сегодня ему плохо станет. Сейчас назад откинется. Кисло, да? Мне кажется, японец теперь понимает жизнь. Чуть-чуть надо попить. Sour? Чуть-чуть. At least I try. Нано канчи. It's very sour. Это как-то tastes wild. Tastes like an animal. Thank you for welcoming me. Это мне, это сужение. Тоша пробует баурсак.
Блин, а японец неплохо по-английски шпарит. А вот, кстати, сейчас прямо и по-японски говорит. Это сузина. Слушай, пробует баурсак. А, коре нацкаши. Нани, нани. Запах детства. Агепан. Нихон митай? Ищо. Ну то, нихон демо ару. Интересно. Я думаю, тобе как вот он. Это получается у баурсаков одни корни, что ли, да? Метод приготовления, так или иначе. Ну, я живу в Татарстане. Здесь у нас тоже есть баурсаки, тоже есть чак-чаки. Это то же самое, просто сверху еще медом полито. Ну, наверное, вы тоже это все пробовали, да? Не мне вам рассказывать про это. Так что, как бы, корни одни у этого блюда. Просто оно прям так в силу, наверное... легкой доступности ингредиентов, в силу того, что ну, достаточно просто готовить, разлетелось по континенту, да, так или иначе, а то и дальше пошло. Метод приготовления, имею в виду. А, демо, оки, онажи на сайзе? Они такие же? Онажи гэ. Вот так его сфоткаем. Коре обача, но Татарстан, но traditional, да. Traditional pie. Да, ребят, но это я, конечно же, ел. Это невероятно вкусно. И этой корочкой закусываешь. Очень вкусно. Что заплатим? Блин, ну контент надо делать. Время подарков пришло. Японские штучки, брючки. Японские. Печенье. Бабушка, бабушка. Упала, ёла. А, мне надо подарок. Ой, ну так я сумму. From my бабушка. Платок какой-нибудь, что там? Вот ещё её подарок. Вон, эти. Кукла. Кукла. Долдон. Ой, размер. Ошевелится. $100 стоит. $100, мама. Кепка. Неплохо. О, я такой хотела. Ой, целый. Ой, размер. Жил я 6 лет. 100 лет уж поживет. Бабуля, тебе идет. Ты такая милашка. Милашка? О, да. Прям вообще. Вот эта шляпа $100 стоит там у них. Нифига себе, у них там ценовая политика. Мое почтение. Хорош, еще ткань такая прямо. А то вылетит. 10 тысяч рублей на наши это деньги. Платье? 90 тысяч. А, 9 тысяч рублей. Спасибо. Пожалуйста. Классно это. Мой бы $700 стоит. А, ну это бренд, да? Луи Виттон. Оригиналовый. Страхмет. Классно. Там это крем, который пришел, который я говорила. Вот и Маш прям натуральный для детей. Смотрите, ага. То второй где-то должен быть, что-то не знаю, семейство. Ага, все поклонились. Я прикалываюсь вообще. Ну ладно. Прикольно же. Еще раз поклонись. Спасибо. Самое главное, что живете хорошо. И, наконец, бешбармак. Ну, отлично. В ресторане, да? Так, ребят, ну это же не по канону. Впервые иностранцу давать пробовать бешбармак из ресторана. Не, ну, может быть, это ресторан такой крутой, невероятный, да? Ну, насколько меня уверяли в комментариях под другими видео, надо ехать чуть ли не в аул. И там какая-нибудь опашка приготовит вот такой прям канонический бешбармак. А ресторан это все-таки, как сказать, ну не фастфуд, конечно же, нет. Но это так или иначе все на потоке. Ну ладно,
верим, что это очень вкусно было. Мне кажется, ему понравится именно вот тесто. Оно как японский вкус, нежный. Я думаю, аджи ва? Аджи мечакшо умайшо. Нанно канди? Мен ва вантан ка, чайниз нудо. Как будто чуть-чуть китайский. Думаю, аджи ва ясаши дешо. Мечакшо. Нихонно канди митай. Амари соусу. Tastes really familiar to me. Udon? 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 Даже. Really rich taste. Mild fat. Очень богатый вкус. For sure. Вкус дикого жеребца, наверное, хотел сказать. Ну такой. But it doesn't stink. И не пахнет, поэтому тоже вкуснее, чем свинина. Ну, я тоже, да. Но они едят, японцы едят. Ну, да. Отцы каракульские. Сорпа? Ясаши? Ясаши. Уттачка на соба не выпили. Как будто лапша из утки. Ну чё, кавай ваташи? А ты пай татте таны, има татте най, ну? Красиво. Коли бита вот азу? Вот они, казахские красавицы, все, ну не все, я имею в виду, в Японии в том числе. Один лайк, умоча только. Да, и кирагата. I just literally showed everyone I don't like it. Every time she not have a good... Ладно, ребят, я удивляюсь и его, как сказать, прямолинейности, что ли. Вот он в семье, да? Тут у него жена, судя по всему, там родственники, мамы, папы ее. И он прям в открытую ржет, угорает, нисколько не стесняясь над старыми фотографиями. И прям говорит, блин, какая что тут страшная. Это, конечно, да. Это, не, ну, может быть, это у них так принято. Может, все японцы такие. Я вот не знаю, я с японцами не общался. Если кто-то общался, ребят, напишите свой опыт в комментариях. Может, да, действительно, это... У всех так. Или это конкретно человек такой. Не, ну в целом, не, ничего плохого не имею. Просто забавный момент, который вот мы сейчас наблюдаем. Муд. В общем, я, ребята, с характером была уже с рождения. So same as now. Узрасана ли не нитеру. Нанка кинькуанагатта каоси. Мата. Ты даже не я пытаешься притворяться. Если мне что-то не нравилось, я не могла это скрывать. Крампинеку. Мы лидали? Угу. You're born with this nature. Угу. Ски? Корева... Коре нива катенай. Коре му экстримный крампи. Угу. Тут и нету. Так, ладно, ребят. Видео на этом заканчивается. Блин, ну было интересно, было достаточно интересно. Пишите ваше мнение в комментариях, все, что вы думаете по поводу всего здесь увиденного и услышанного. Надеюсь, вам понравилось со мной смотреть видео. Напоминаю, что по ссылке в описании на Boosty можно подписаться и посмотреть сериалы в таком формате, фильмы полнометражные, в том числе в таком формате. Это очень интересно, я вам обещаю. Подписчики, как говорится, не дадут в этом усомниться. Смотрите, подписчики есть, контент каждый день загружается, на Boosty невероятная активность, все лучшее выходит там, ну и здесь иногда. На этом все, всем пока, удачи, до встречи.